Так, всем привет, ребят. Вот. В общем-то, начинаю стрим. Не знаю, буду ли я сегодня что-нибудь помимо Life NK постримить, вот. Но постараюсь. Так, что-то случилось. Что случилось, не знаю, короче. Так, сейчас я подрублю звук. Пожестче подрубил звук. Так, поехали, ребят. Короче, группа С у нас получается Life and Cup. Сейчас я посмотрю сам, что не в курсе. Я точнее посмотрел, что за игроки играют. А вот, один Тиранкин и три Прутца. Макс и Trash Crazy Stats. Два китайца, два корейца. Ну, Кин в последнее время как-то, признаться честно, слабенько отыгрывает. Вот. Поэтому я думаю, у китайцев шансы будут. Другой вопрос. SVL это кто? SVL это, по-моему, Rush Crazy, если мою память не изменяет. Rush Crazy Max, это первая игра у нас была. Ну, Max это он был баркодом. Может быть, я даже на первую успел. Я, правда, не знаю, какой счет здесь, признаться честно, как бы. Но сейчас мы все разберем, короче, по итогу-то. Вот, все вопросы потом в паузах там и так далее. То есть задержка на стриме тем более, это очень-очень неудобно. Так, окошко сейчас подооткрою я, ребят. Так, кстати, сейчас я Twitch проверю, погодите, ребят. Блин, а опять ковчег вам пошла. Зачем ждать повода? Я забыл сделать анонсы через плеер, простите, сейчас я запилю их. Лота пятая уже, ё-моё. Я...
Так, Rush 1-0 он ведет. Спасибо за информацию. Это важная информация. Разработка завершена. Я столкнулась с противником. Так, не понимаю, идет ли Twitch. А, идет, все отлично. Надо добавить на Team Liquid, в общем-то, стрим этот. Все добавил, короче, все куда нужно. Сделал анонс, в общем, Джим бьется с Rush Crazy. Rush Crazy, говорят, ведет 1-0, я так понимаю. Вот. В это время Оракул от Rush Crazy, ой, как он Джима здесь парит вообще жестко. Ну, Джим под оверчаж свалил рабочими, доварпил сталкера одного, начинает возобновлять, точнее, добычу минералов. Здесь Нексус только-только строится, ну, это дает Джиму шанс определенный, ой, не Джиму, простите, кому, Макса, здесь нет Джима, шанс отстроить рабочих, как бы. По рабам он отставать точно не будет, не должен, по крайней мере. Ну, здесь уже, конечно, поднагнал зеленый просто его не слабо. Даже какие-то моменты впереди оказываются. Ну, боевого лимита тут побольше, на самом деле, немножко. Так, после Старгейта робот Twilight. Интересный переход прям такой. Просто построил Оракул и робот Twilight. Достаточно стандартно. Здесь-то робо уже давно есть. Ну, о Твайлайтах ни о каких речь пока не идет вообще, в принципе. Ну, так вот в центре оставлять, по-моему, очень опасно, конечно, если Оракул туда залетел. Даже три центри ему бы сопротивляться не смогли. По 15, то есть по 25 дэмэджа залетает от него. Вот. Игнорируя броню, кроме Guardian Shield, потому что Guardian Shield это броня тоже как бы магическая получается. И, ну, то есть каст, и против каста она работает. Как не работает обычная броня из грейдов, которая... Вот, ну, получает 25, 50, 74 ударов Оракул Сентрю забирает. 53, он 75 наносит, 5 хп все у Сентрю остается. Если пробка бы еще раз пильнула, то он с 3 бы забрал, на самом деле. Так, ревелейшончик на мейн пошел. Здесь Twilight только-только доделывается. А Rush Crazy глефы делают, что самое интересное, первым грейдом. Глефы, это, конечно, все очень-очень круто и интересно, но глефы-то обычно для пуша делают. Но гиты, правда, не добавляются. И я вижу, что выход Нексус идет, все какие-то, получается, оборонительные глефы. Ну, с одной стороны, глефы делаются 120 секунд, а не блинк делает 121. То есть, как бы, и блинк он либо пушит двух баз и за счет контроля блинк с толкерами пытаться именно вытащить ситуацию, а против иммортала адептов вообще контролить сложно. Либо уже с блинком переходить в лейт, а как раз таки, если тебе ловят тайминг глефами иммортлами, ты ничего там не сделаешь. Поэтому глефы, в принципе, интересно сделать первым грейдом даже получается. Здесь у нас третий Нексус, а у Макса, пошло плюс 4 гита, то есть это пуш будет. Определенно. Причем у него 600 газа накопилось, нужно делать бы ему сейчас бы... архивы темпларов бы, чтобы архончика варпануть. Фаржа делать плюс один будет. Архончиков делать, фаржа делать плюс один будет, заказано не будет. Будет как раз таки у Rush Crazy, потому что у него уже доделывается этот апгрейд. Так, ну пошел выход сейчас от Макса. Да, выход, конечно, интересный идет, но нужно ждать архивы темпларчиков. Без них просто вот эти газа уже почти 9 сотен не потратить.
9 сотен газа, я напомню, это просто 3 архуна, это 6 штурмовичков. Вот, и это может перевернуть на самом деле расклад сил-то, потому что лимита больше, здесь 63-54, но просто элементарно нету ресурсов больше. Вот они появляются, точнее ресурсов, КДшечка. Гиты не работали сейчас, а только вот сейчас доварпливает. Несколько юнитов у нас получается. Макс посылает иллюзии, краш крейзи. Конечно, заходить не будет, на минус сразу все иллюзии будут. Здесь стазисная ловушка, которая может исход битвы решить, потому что если часть армии за половину заморозится, то все ГГ будет. Тут уже плюс 2, более чем наполовину готов, а у Макса это будет сейчас первая атака. Так, доходит адептов. Просто тут оверчаж же, блин. Тут еще один адепт. Куда? Зачем он пришел? Это было с его стороны просто наглее не придумать. Какой же вообще? Что он делает? Просто он пошел и всех адептов отдал. Всех на ровном месте просто, ребята. Разве так можно играть? Что это за такая игра вообще идет? Просто ровно 20, наверное, даже больше, чем 20 боевого лимита было слито в никуда. И после этого Rush Crazy понял, с кем он имеет дело просто. Точнее, он и до этого знал, но он понял, что тут надо тепленьким брать. Вот, потому что бич игра здесь идет реально от Максада. Похоже, что это 2-0, если верно счет мне сказали, что ведет Rush Crazy 1-0, ребят. Привет, Дима, стей 2-2, кин хоть одну карту устаться. Ну, вот устаться сомневаюсь. Но, как я сказал, предполагаю, что если кин будет так же, в кавычках, хорошо играть, как в предыдущие, ну, в предыдущие разы, когда мы его видели, то тогда у китайцев есть шанс кина нагнуть вообще просто, как бы. Вот это точно. Со стасом, я думаю, 2-0 стас, как бы, но это бот 3, и может быть кин получше сыграет, и как бы одна карта, что такое одну карту, можно и бот 3 вывести, там две карты даже, в принципе, ну, не знаю, сложно мне сказать, короче. Ну, как, судя по предыдущим играм, кин не сможет и одну взять. Другой вопрос, что в Старкрафте все, ну, очень быстро может меняться. Так, куда адепт телепортнулся? А, вот здесь по мейну что-то бегает, не понял, а то он телепортнулся. Ну, привет всем, кто недавно подошел. Да, здесь пилонов увеличить количество. В центре четвертый Нексус занят. Почему-то не здесь, но типа удобнее оборонять, наверное, считает так. У нас Rush Crazy. Но, с другой стороны, Мазеркор здесь повесить в центре. Можно на эти пилоны, на эти выставлять. Уверчаж здесь далековато назад лететь. Тут забегания могут быть с этой стороны. Но здесь тоже забегания с другой стороны быть могут, но... Все-таки да, там получше, видимо. Здесь Нексус был уничтожен, что пытается выйти заново на этот Нексус, получается, у нас Максет. Ну, Rush Crazy здесь, и Максет сам вперед куда-то. Куда он попер? Это разгром, позиция идеальная просто. Смотрите, какой полукруг великолепный. Просто все юниты атакуют здесь. Да. Это отдача, ребят, как вы поняли. Сейчас я отойду ненадолго, ребят. Заварю кофе, пожалуй, пока карты черкают, потому что я
ну, кто в моей группе ВКонтакте стоит, я все писал, вот. Я все писал, короче, я вчера ночью вообще не спал, точнее, я где-то часа, на час-полтора прилег. Короче, там всякие протоколы, всякая такая шляпа, ездили, вот. Ну и там по больницам, короче. Ну и сегодня я как-то как мертвый спал, и такое ощущение, что больше, чем обычно. Когда больше, чем обычно спишь, ну, нужно как бы время, чтобы нормально себя чувствовать, пиши, как вот, не, ну, ну, хотя я уже часа три как бы бодрствую, даже, может, да больше уже, даже на четыре почти, вот, ну, как-то так себе, короче, самочувствие, в общем, по поводу друзей, ну, ну, с одним все нормально, как я уже говорил, со вторым пока без изменений, но врачи говорят, 3-4 дня надо подождать. В принципе, такую динамику можно будет, да, положительно считать, если, ну, останется так. Пытался прийти в сознание, как бы, вот, человек, но его как бы гасят, потому что нельзя сейчас в сознание приходить. Не выдержит, ну, как бы, организм дышать не может сам, потому что ничего, как бы, ну, вот так вот. В общем, ребят, сейчас я приду. Так, я здесь. Привет, Влай. Уже не утро, вообще как бы, как много часов, даже для меня. Вот. Хотя я не очень рано встал. А добрый день, да, добрый день, спасибо. Ну что ж, духоз надо, кофе, яичек еще вырубить будет. Вообще такие дела.
А, играл на Excel. Ну да, да, тут от режима зависит, понятное дело, как бы. Вот. Понятное дело, что здесь от режима все зависит. Так. Что там еще за ГСЛ? А, Африка Старлига. Это не. Я вижу по первому Старкрафту, но я ее и не планировал стримить вообще, тем более второму Старкрафту. Ребят, я слежу за кофе. Вот. Сейчас надо за кофе. Нужно сейчас зайти, как бы в игру будет. Еще пока они не черкают. А, вот, только еще подобавили кого-то. Все, ребят, я здесь. Вспомнил, Миш, мне один, короче, человек, который в больнице лежит, наушники просил взять, как его, ему дать, которого с ногой, ну, вот, пакет взял, сейчас положу. Если кто навещать сегодня пойдет, так передам тогда. Кто-то возьмет сегодня хоть карту устаться? Сложно сказать, сложно сказать. Тут много кто как бы шел на, ну, на ноль. Ну, устаться могут взять, могут. Может быть, даже таким.
Так, все, я здесь. Нул активировал премиум на ваш канал. Нул активировал премиум на ваш канал. Так, ну что, вот, ребят, Стац начинает биться против, сейчас скажу, кого я отвлекся на секунду, вот, Максада, против Максада Стац бьется, ребят, сегодня будет много реально PvP в этой группе. Потому что здесь три протуса находятся. Мне и Чалик, иди вон отсюда. Иди на диван. Ну что ты? Залезай. Хорош, короче. Отдыхай. Пирожные тут рядом просто есть. Нул активировал премиум на ваш канал. Кексики, короче. Так, здесь что-то пилончики пытаются ставить Джим. В это время Стац, простите, не Джим, а Макс от Стац камни в это время пробивал. Нул активировал премиум на ваш канал. Так, кто-то что-то лагнул. Или я что-то не понял, что произошло. Стац пишет sorry, sorry. Кузьмин, подчеркивание СПБ, активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Кузьмин СПБ, ребят. Премиумов еще очень-очень много у меня осталось. Будут розыгрыши. Не сегодня, конечно, сегодня я так, может, покидаю несколько штучек, как бы, вот вам. На быструю руку, соответственно, на конкурс быстрой руки. Дикого чатика, помню, вот. Кто подрежет, тот молодец. Короче, но чуть позже. Вопрос в другом, в том, что сегодня, наверное, долгого стрима не будет, скорее всего. Но будут турниры в этом месяце еще большие очень, поэтому как бы стопудово будут и долгие стримы, очень даже долгие. Так что не пропускайте, все будет замечательно, как бы. Вот, сами, ну, читайте мою группу ВКонтакте, кто читает ее, кто в ней состоит. Я писал, почему как бы стримов не было некоторое время. И вчера я тоже не смог, к сожалению, постримить. Хотя даже на ESL обещал, что у ВСК постримлю, но вчера реально не до этого было, как бы я, ну. Вообще, короче, мертвый вчера был, не спал вообще пока вот в тот момент, как бы. Вчерашней ночью час-полтора где-то спал. И предыдущий день всего 6 часов спал, поэтому за двое суток вообще там просто. Вчера такой как бы был, как знаете, как лунтик, когда уже ходишь, просто вот так вот.
Вот. Ну и помните, прошу премиумов можно сейчас, можно как бы не парясь активировать 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, там 15 как бы премиумов, сколько активировали, столько месяцев лично я имею в виду, и будете смотреть канал, и все включающиеся, ну, в премиум фишки тоже будут, плюшки, там использование смайликов в других чате, как бы уникальных, и т.д., и т.д., и т.д. Так, добавляются у Макса добарагиты. Он делает что? Он делает блинк. Статься уже блинк есть, видите, а у Макса-то что есть тогда? У Макса-то ничего нету просто. Статься глефы пошли. Статься и можно. То есть, как бы, статься тайминг очень даже хороший. Сейчас вот он с двух гейтов фактически сталкерами немножечко поднапрягает здесь. При этом выходит еще в Нексус, как бы, и добавляет 4 гейта, то есть у него 6 сейчас будет. Здесь блинк сейчас будет готов, но проблема в том, что глефов-то нету здесь, ничего нет такого. Вот, и сейчас уже, так. Макс решил, что Нексус надо закатить. Пробивает камни, камни падают, но у статса есть обсервер, но даже с подсветив обсом сюда блинкаться, вот отсюда можно резко блинкнуться. Если где-то рядом будет вот эта армия с имморталами, там сталкеров может просто потрепать очень жестко. Так, Димаси, по матчам китайцев против Кина я уже все сказал. Если Кин будет играть так, как недавно играл, то у китайцев есть шанс просто карты брать, а выиграть даже там вот три как бы, но я не уверен в этом, потому что сегодня плохо играет, завтра лучше как бы. То есть, нельзя говорить, что ну Кин вообще играл провально вот, несколько дней назад, смотрите, что творится-то. Статс ужасно дерется, то есть он сейчас подставляется вообще в мясо, короче, ребятки. Просто в мясо подставляет. Сталкеров подставил очень жестко. А адепты не понять, куда телепортнулись, но все-таки статса значительно больше, и статс на опыте переконтролил. Опонент его, он пишет Г, это провал. Так, ну про Су-33, да, я уже и в новостях сегодня успел увидеть, и здесь читаю, вот.
Ну что, ребят, пока-пока что. Rush Crazy выиграл Максада, Статс выиграет Максада. Посмотрим, как там другие будут. Точнее, как Rush Crazy со Статсом, например. Так, что-то не то создали, походу. Так, ребят, короче, у меня тут есть и не для тебя, понятно? Кекс ему мне надо съесть. А так ждем на начало второй игры. Поехали. Все, ребят, ладно, кекс потом. Ну, то и так меня 3 дня не было. Давайте что-нибудь я буду говорить про игру. Ну, хорошо, что не меня, но дропает, судя по... А, да, Макса да дропает. Ну, ёпарасота. Надеюсь, проблем жестких не будет, а то опять у китайцев что-нибудь все сломается там, короче, он откажется играть. Так, короче, про Су-33 мне даже некогда и почитать. Ждем, короче, пока зайдет заново, я как раз пока перекусывать буду, чтобы потом не отвлекаться, не знаю, что там случилось, сразу же китаец вернется, не сразу, увидим.
все, ребят, я с вами, я здесь. 1-0 Стас уже ведет. Надо есть будет все в паузе, короче, чтобы потом не париться просто. Вот, за 3 дня я уже отвык от стримов вообще, конечно. Честно говоря, даже сейчас сомневался, стримить или нет. Думаю, может, еще денек отдохнуть. А потом денек отдыхаешь, ну выше, а нахрен вообще, короче, еще денек может отдохнуть. Поэтому когда-то надо начинать. Вот. Если какой-то не смогу момент стримить, вы там, ну, не расстраивайтесь сильно, потому что если я не смогу, то мне нужно будет либо в больницу, либо куда-нибудь еще идти. Вот там. Всякое может быть. Ну, я думаю, что... Надеюсь, что будет все нормально. Все, кофе выпил, теперь пободрее, наверное, маленько должен стать, хотя не факт. Ну что, Макс с адептов начинает. Здесь 2 сталкера. Адепты как-то чуть между ними сейчас не прошли, но все-таки никуда они между ними не прошли. Одного очень четко адепта подрезает статс. Второй пытается зайти. Ой, здесь как его встретили, как его приняли сейчас жестко. Статс адепт, надо эскейп было нажать. Гермиона, спасибо. Ну что, тут адепты идут вперед, они с иллюзиями достаточно быстро придут. Вот, есть 2 сталкера, они заходят на ХГ. Здесь есть пилончик один. И Макс делает как бы оракула, но... Если Стас бы сейчас... Ну... Хотя, когда тут выманивать? Тут уже 2 оверчажа, на 3-й копится, в общем-то, энергия. Я здесь. Привет, Акеевич. Среди теней. Я здесь, среди теней. Так. Не заметил я, что Альфа Макс, ты ответил. Красносельский, я так понимаю, это Санкт-Петербург, Ленинград. Вот. То есть ты думаешь, что люди, ну... Поехали ножом в другой город резать, как бы. Город-то другой. А так, такой темы сейчас полным-полно, каждый день происходит вообще по новостям. Причем каждый день, наверное, в каждом городе, как бы. В некоторых и много всяких случаев, наверное, даже. Привет, Диме, здорово, из генмании. Что за генмания? Ладно, шучу. Приветствую всех. Устаться блинк. 2 гитарова. Копит сталкеров, копит там. Ресурсы сейчас будет добавление гейтов, видимо, либо 3-й нексус. Да, на 3-й нексус Стас выходит прям 2 гейтов наглую, что самое интересное. Вот у Статса билд интересен чем? Вот сейчас таким полимерной НИП играет. То есть у него как бы есть и робот, то есть есть и обсерверы для охоты за дарками, так сказать. Видите, у него есть обс... Да, один есть обс. Но у него, правда... Так, правда только один, и как бы если бы на призме дарки пролетели, могло бы быть больно. Но... У него уже будет сейчас блинк, в отличие от оппонента. И опять он сможет поджимать, сходить, как бы. Поджимать, я бы сказал. Так, кстати, на ловушку пытался поставить. Макс потерял 50 энергии, эскейп нажал. Ну, вот сейчас еще 50 накопил и ревелейшн кидает. Так, это по... Нет, Макс скин не было. Крейзи Макс, это 2-й бот-3 у нас на сегодня, как бы, получается. И... Больше пока
не было еще игр. Тут под Revelation сталкеры пришли. Статс потерял одного просто сейчас. Да, этого двух адептов где-то потерял. Есть третий Нексус, видит, прекрасно максит, но тут рабов просто нет, некого подрезать. Здесь вот как так вот опасно делают, тут просто 3 сентри. А чё 3 сентри? Не, а вот с таким оракулом, да, если гвардиан особенно урубить успеть, они смогут. Если бы у него было полное хп, то это было бы просто отдача сентри, например. Он 3-3, оракул бы разорвал бы их просто сентри этих. Так, помните, что на кибетике, кстати, ставочки есть. На данный турнир стопудово. Я не смотрел, что там по коэффициентам, по еще параметрам там. Так, верчаш выставлен. Ну что, вырывается 5 адепт на третью статсу. Плюс оракул пытался что-то сделать. Ничего, короче, почти не сделали здесь. Подрезал пару рабочих. Там в итоге Макс пытается в лоб пойти. Но статс реально намного больше здесь. Был верчаш здесь продолжительное достаточное время стоял. В общем, стат спускается вниз, итоги филды кончаются. Здесь меньше имморталов, меньше вообще всего у Макса, да. Плюс, нет, грейдов нет ни у одного, ни другого. Ну, стат сминает клан, 120 на 70, ну это изи 2-0. Это просто фламинущу, просто фламищу, короче говоря. Сейчас мы будем ждать, в общем, третий у нас матч на сегодня. Это стат против Rush Crazy. Здесь уже есть небольшая интрига в том плане, что Rush Crazy 2-0 Макса да убил, как бы. Это тоже будет ПВП, вот. Может быть, Rush Crazy с статсом попадается. Но дальше начнется у нас уже ПВТ после вот сейчас ПВП, и потом ПВТ. Кин со статсом, центральный матч будет, наверное, центральный, и Кин с китайцем. В общем, ждем. Ну, у Rush Crazy еще есть шанс на выход из группы определенно. То есть, особенно если он у статса как бы возьмет карту, то вообще замечательно будет. Даже если не возьмет, ему нужно будет кина просто одолеть, как бы. Но даже если возьмет он карту устаться, даже при проигрыше кину, если кин там проиграет, например, Макса тут устаться, то тоже может не выйти, как бы. Вот и он. Короче, ждем. Сейчас они почеркают, я когда ем свои эти пирожные, короче, и буду уже сидеть, как бы не выключая ничего никак до конца турнира.
Денис поддержал ваш канал на сумму 50 рублей и сообщает: Германия, сижу в Макдаке, смотрю твой стрим, ем гамбургер. Скидываю тебе тоже на гамбургер. P.S. 1 декабря я женился, принимаю поздравления. Так, спасибо, Диме, за поддержку тебе. Вот, поздравляю с женитьбой. Желаю, чтобы ну, это было и первым, и последним разом, как бы. Вот. Это самое главное. Ну и за поддержку громадное спасибо. Вот. А я ем кекс. Сейчас даем и вернусь к вам всем. Так, это второй раз и уже не волнуешься. Ну, значит, чтобы это был второй, последний, как бы. Ну, а так, за поддержку и спасибо всем, пацаны. Декабрь наступил, уже 5 дней прошло. Ну а стримил я маловато, конечно, и поэтому нужно наверстывать упущенное во всех направлениях.
Так, ну что. Стац против Rush Crazy. Здесь у нас 0-0. Последнее PvP в данном турнире и PvT начнется. Ну что, ребят, адептики у Статса, смотрю, поперли. Rush Crazy. Так, ну здесь вот если что-то и прятать, то я хз, как бы как здесь прятать, потому что это направление, которое должен контролить, по идее, Статс. Короче, приходит Rush Crazy, адептов просто нелепо телепортируют своих сюда. Здесь Статс тоже с адептиками, врыв какой-то делал странный. Но один умудрился уйти, адепт. В итоге Rush Crazy потерял два адепта. Статс одного. Ну, Rush Crazy даже двумя адептами ничего не убил здесь. И третий погиб. Ё-моё, откуда они все идут-то, эти адепты его? Просто все потерял, ничего не убил. Вообще, три адепта в никуда. Вот это разве можно так делать? Как это вообще? Причем Rush Crazy решил, что ему золото срочно нужно. Так, спасибо, Димис. Вижу 30 рублей от тебя еще. Привет, Кайтем. Суммирую к полтинничку. Так, можно подрастянуть немножечко, так как... Я здесь, среди тебя. Показывает сегодня поддержки, есть. Поэтому вот так вот. Так, здесь опять три адепта. Летает оракул. Адепты не телепортируются. Мазеркор на мейнсе, 50 всю энергию, обратите внимание. Хорошая реакция Стас сейчас была. Ну, три пробки все равно умудряется Rush Crazy забрать. Статус здесь дистанс майнинг. Куда ты? Ну как можно не контролить на золото? Ладно, со второй отсюда не золото, плюс ехать близко, а здесь не законтролить. Ну это просто это. Ну, он контролил просто адепта оракулов сейчас. Rush Crazy, вот в чем суть была. Делается вторая уже грелка. Делаются гейты. Ну, учитывая занятое золото, 6 гейтов и... С грелками прессинг сейчас, я думаю, самое идеальное, что может быть вообще. Лучше оракула, правда, не терять, чтобы ревелейшны постоянно видеть, где же находятся сталкера. Причем можно вот здесь пилончики запилить и в арте. Так, две грелочки есть, Статс много-много сталкеров делает. Ну, Rush Crazy лимит не меньше, на самом деле, чем у Статс. Вот он выдвигается вперед. Ну, грелки, вообще-то, две все. Надо больше, наверное, было строить, как мне кажется, там, 3-4 пытаться напилить сейчас.
Так, Rush Crazy видит выдвигающегося вперед Стаса. Неплохих пару филдов. Одного сталкера убил, но зачем в центре карты рубать более двумя грелками разогрев? Вот это хороший вопрос по мне. Оракул нам увеслит. Все, разогрев сейчас кончится, пошел за место, от подлинки из-под грелки. Это ключевой юнит в этом миксе, естественно. То есть без грелок здесь вообще ничего не сделать. Статс просто элементарный контроль, фокус ключевых юнитов. И минус все. Шрифт расплывчатый. Ну да, какой-то расплывчатый действительно шрифт. Это что за прикол? Думаю, что так и должно быть. Чуть подсократим. Вон автоматом расширяется, если... Если добавляются новые. Ну что, статус 1-0. Вторая игра. Вихрь, Вервинт карта. Крупная карта. Ну, посмотрим, через что начало будет. Начало, конечно, с адептами было провально для Вайн статус. Он просто 3 адепта отдал никуда. Опа, полетела и долетела. Все, отвлекаться не будем лишний раз. Ну что, интересно мне вот как Rush Crazy, убивший Макса 2-0 PvP, играет другие матчапы. Если у него другие матчапы как PvP и лучше, то у него все шансы кина одолеть есть, которые в последнее время мертвоват, как бы вообще. Макс это показывает, что тоже он мертвый сейчас, как бы, но... Ну, посмотрим, может вообще все изменится в следующих матчах там. Два сталкера у статика строятся. Здесь тоже два выходят. И Нексус пошел. Так, Rush Crazy просто едет мимо сталкеров статься. Заезжает наверх пробка. Здесь Mother Core встречает. Два удара, нету пробки.
Фу, ребятки. Стас решил не морочить себе голову лишний раз. И он просто не три гейта, а под пуш делает наглый такой. А 4 гейт полноценный пуш делает. Но, смотрите, Rush Crazy находит. Что ты ссышь-то? Что ты боишься, блин? Кстати, вот этот пион до гейта доставать будет ли вообще? Забоялся Rush Crazy, ушел. Ну, кстати, хочу вам сказать, что учитывая, что робо у Rush Crazy делается, у него хороший шанс отбить. Робо тайминг хороший. То есть устаться варп сейчас пойдет, конечно, но... Если прям сразу Immortal будет заказан, то все шансы есть отбиться. Так, выходит Rush Crazy вперед. Подходит статсу. Какой он... Вот как так можно мертвого расконтролить? Ты, вот он под оверчажем, то есть действие верное абсолютно со стороны китайца. Стоит оверчаж, и нужно забирать юнита, пока этот оверчаж стоит, пытаться. Он вместо того, чтобы фокусить оверчажем сталкерами одну цель, он просто берет, фокусит разных, теряет сам. Статс ему сталкера тогда забрал. Вот второй эпизод, убит пилон и убит Rush Crazy, 2-0, статс вообще вкал. Разваливает, робо отключен, Immortal не дождется. Просто Rush Crazy. Ну, статс он силен, Rush Crazy он. Хоть и убил мертвого Макса, да, короче, сам оказался тоже мертвым. Сейчас статс против Кина будет, ребят. Центральный матч получается у нас. Два корейца друг с другом, и потом Кин с двумя китайцами будет биться, и станет понятно, есть ли шанс выйти у кого-то из китайцев. Ну, у Макса-то уже нет, точнее. То есть он 0-2-0-2, он 0-4, как бы, и извините, это до свидания. А вот у Rush Crazy еще есть шансы выйти.
Опа, пошел хост. Здорово всем, ребят. Оп, у нас уже тут почти 300 человек собралось, неужели? Все, ребят, центральный матч сегодняшней группы. Статскин 0-0. Все, я тут просматривал некоторые моменты, новости. Не был дома пару дней, знаете, почему, как бы. Не дома, а здесь, где стримлю. Вот. Ну, решил, что сегодня надо все-таки немножечко стримануть. Ну что, проверил кен прокси. Прокси нет. 4 рипер ЦЦ-чка. Выход после рипера и артефакта. То есть будет дроп минок, видимо, в какой-то момент. Ну, сейчас по матчу Кинстас будет понятно, как Кин с китайцами сыграет. То есть, если Кин со Стасом будет бодаться, то с китайцами, конечно, ему будет попроще. Если же Стас Кина просто уничтожит в клан, то тогда, может быть, и у китайцев будет шанс. Пытается киноадептом найти место, через которое можно будет разведать немножечко. Плюс 2 гейта делает, 3 будет сейчас гейта у статса стандартных. И роба, твайлайт, то есть обсерверы против минок, дропов и выход блинк.
Ну вот они минки. И вот они уже на второй базе у Статца. Как он отреагирует? Ну, пока никак. Точнее, отреагировал он хорошо. Минка одну пробочку забирает. Прошу прощения, но минки улетают. Отреагировал Статц великолепно. Я фигню сморозил пока никак, сказав. Конечно, он хорошо отреагировал. Вот уже третий некс идет. Но... По рабам разница всего 4 рабочих, вот сейчас 5 просто с тираном. Это, конечно, для тирана хорошо очень. Но... Тут все решит в итоге дальнейшее событие в игре происходящее. Так, Статц выходит, забирает Рипера, Адепт успел стрельнуть, плюс 2 сталкера, второй залп. Рипер очень много дэмэджа нанес, ой, Адепт очень много дэмэджа Рипера нанес, поэтому и погиб, собственно говоря. Рипер. Пока перецеливал минку Кин, Статц успел ее выбить, очень повезло здесь Статцу, конечно. Рабочих он одну пробку потерял вот на той минке, которая отсюда стрельнула тогда. Ой, как Статц сейчас больно делает оппоненту своему. Здесь адепта на второй, на мейнима сталкера. Еще можно даже агрессивно было блинкануться. Ну туда, если блинкаться агрессивно, можно не уйти. Просто Статц это понимает. Уходит, забрал несколько мариков еще. Графу вторых нет, ничего не подкручивали. Просто меньше мути стало на стриме. Почему я вернул обратно 30 фпс? У меня было 45 и... Там было мыло, то есть чтобы на 45-60 FPS картинку сделать лучше, нужен более сильный процессор, потому что с этим проседает. То есть нужно гораздо выше битрейт ставить, как бы, и пресет делать ниже, как бы. Битрейт очень нагружает, получается. Вот, и на премиумах будет у многих лагать, шинет уже тянуть не будет. А это плохо. Поэтому идут сборы на процессор, как бы, в будущем. Так, 5 бараков у нас. Тимпач, Секин. Опять Харас идет адептами. Короче, прохарасил Статц. Ну, 3 в 3 базы в итоге ситуация, обратите внимание. И по рабам 59-65, по рабам почти ровно. Это для Статца очень хорошо. Так, для Статца сказал, что для Кина, конечно, хорошо в плане экономики и в плане боевого лимита тоже приемлемо пока. Плюс грейды 2-1 делаются у Протс 1-1 и 2-2 Протс не заказывает. Но Статц решил, что не надо тянуть, нужно убивать Кина. У него 10 гитов, а это реально много. Вот дроп за варп адепту в тыл. Так, призма падает, здесь отбился. Потому что варпа нового не будет. Адепты не могут выйти просто со второй базы. Адепты нападают на бункер. Бункер вычинивается. Бункера можно будет отбиться. Здесь очень важно, сможет ли Кин отбиться с этого направления. Пока уверенности в этом нет. Но даже учитывая, что
отбивается Кин, у него по лимиту серьезное отставание по общему, да и по боевому. Так, здесь один мародер пытается развалить, ну как бы развалил. Два адепта всего остаются, но два адепта это тоже опасно на самом деле. Вот куда КСМы поехали в таком количестве? Сейчас адепты их просто расшвыряют по сторонам. Все, наконец-то отбиты. Ну, 29 рабочих потеряно сейчас. Так, короче, опять призма прилетала. Опять напряг. А одного адепта не добил Кин, заходит там. Добивать все-таки. Здесь адептами попытки врыв, но либераторов уже очень много, им делается рейндж. Что тебе нормально? Где нормально? Что там нормально тебе? Я же говорю русским языком, а не английским. Я уменьшил количество FPS с 45 до 30, и поэтому все стало лучше, так как мыло меньше стало, обратно вообще-то поставил. Потому что FPS это плавность, как бы, изображения вот в игре, то есть, как бы, более оно каким-то, 60 FPS кажется, ну, более, ну, то есть, реальным, что ли, прям как сам играешь, то есть, там, двигаются быстрее объекты, как будто бы, чем на 30. Еще 4 адепта минус. Ну, Кин выжил, ну, посмотрите на лимиты. У статса 2-2 грейды, сейчас делаются поля, первые и третий армор. Здесь 3-2 у Кина хорошие будут грейды, я вам скажу. У Кина есть уже либераторов. Так, ну здесь 3 штуки есть, сейчас еще вылетят. Здесь туретками все обнес вообще. Так, здесь сенсор тауэра. Либераторы выходят, вот такие в центр. Стас его встречает. Нужно быть внимательным более. Отступает. Кин, он что под обсервером вот под этим шел, Стас спалил. Пошел вперед. Ну что, 162-198, Кин начинает уже огрызаться. Лимит-то боевой достаточно большой стал, я вам скажу. Минус сталкер по адептику залп прошел. Здесь есть чем встретить их 4 адептов. Правда, надо простимпачить био-юнитов. Минка залп сделала, попала по КСМ-ку. Все нормально, в общем-то, зашло это все. Кин идет в центр уже. Надо био все брать. Либераторов здесь достаточно. Их огневая мощь просто, их сложно переоценить, огневую мощь, если она просто гигантская от 8 либераторов, особенно с ранжом, но на земле недостаточно юнитов, прикрывающих их. Здесь рывается дроп, 4 пилона там на пофиг разбежается, Кин вообще на вторую базу, Стас просто не успевает сначала выставить оверчаржа, в итоге выставляет все-таки, отключается, один гейт.
очень много стима. Нет смысла никакого статусу сюда что-то идти отбивать. Он будет уничтожен просто этими либераторами в мясо. Статус принимает решение контратаковать. И, знаете, лимит боевой одинаковый почти стал. Вот что самое интересное. Можно развивать еще успех часть либераторов. Да, вот часть дальше. Кин просто раскладывает, смотрите. Статус этого пока и не видит-то вовсе. Подходит вперед, по колоссам в башку просто либераторы долбят. Нужно дальше еще расставлять их сейчас. Ой, как хрянь лишает либератор. И же робо падает. Ну, падает Темпест-то. Старгиты рядом, но Темпест... Так, цеха полетел. Квантом полетел, этот цеха уже минус, скорее всего, будет. Два либератора разложено. Попытка вычинить СССР. Ума палата под таким количеством адептов не получится. Но в это время мейн падает. Если сбить вот эти старгиты, никаких либераторов больше не будет. Этих, никаких темпестов не будет. И либераторы станут ультимативным вообще лимитом. Они и так-то, посмотрите, что творят эти либераторы. Вообще жесть просто какая-то. Либератор просто унижает. 125-148 уже... Так, один единственный темп. Нет, два темпеста вышло в руку. Но мейн продолжает падать. Даркшайн нужно зафокусить. Старгейты нужно фокусить. Старгейты фокусят здесь. Кин, понимая, что Старгейт очень, очень опасный. Самый опасный момент здесь для него. Либераторы все раскладываются. Куда сталкеры? Это ему что творить-то? Так, успели разложиться либератор по сталкерам. Залпы идут. Еще один дальше проходит прям крампе. Можно попытаться темпеста забрать. Темпеста не забрать. Но мейн устаться уничтожен. Обратите внимание. Под колоссами темпесты стоят, и с ними ничего не поделать, ребят. Флит Бикон, вот здания-то ключевые. Флит Бикон. Старгейт еще один. Темпесты все, две штучки сейчас останется. Загружается, улетает. Просто Кин. Один либератор ушел. Био тоже улетело. Статс понимает, что, ну что здесь стоять, надо что-то делать. Спускается вниз. Здесь Нексус новенький есть. Лимит, лимит одинаковый. Экономика лучше у Кина. Смотрите, здесь 6 мулов добывает. Здесь просто добыча сейчас подскочит так, что... Ну, вот такой ЦЦшечку на острие ставит, 600 хп. Ну, что ты жадный такой? Да вычини ты ее, ё-моё! Как меня бесит вот такая тема, а тиран. Туретки не строят, бывает, ни хрена. ЦЦха 600 хп не вычинит, ё-моё, на такой стадии, когда у Протца грейды... 3-3-2 у него сейчас грейды, между прочим. Обратите внимание. То есть, кроме одного грейда на поля, у него все грейды есть у Стаса. ЦЦшечка, то есть, тут от 8 сталкеров вот эта ЦЦха там с 2-3 залпов уйдет просто. Где-то от 10 может сталкеров. То есть, у них сколько дэмэджа? Это просто 170 будет по этой ЦЦхе. А нет, погодите, у нее один армор есть у здания изначально, да, как бы? Вру, 160 будет дэмэджа. Ну и считайте, на 3 умножить почти все это хп минус, как бы. 480. Ну там она гореть уже будет. Суть в том, что... Короче говоря, хп почти нет. Ну тут Кин опять шевеление начинает, ребят. Есть викинги, чтобы темпеста сбрить. Ну нахрен на 2 темпеста строить викингов такое количество просто гигантское. А либераторов 2 штуки. Вот я поражаюсь таких игроков, как Ким. Либераторами выиграл почти. То есть либераторы зарешали. Этот бич просто их забил строить. И в итоге пошел с какими-то викингами отдался. Я просто поражаюсь. Сделай то же самое. Вот то же самое сделай либераторов. Все. В замес. Нет, ну это, ну, извините, короче. Это, извините, просто...
Так, статс 1-0. Все, ребят, больше не отвлекаюсь, там мне по делу пишут, ребят, на кибетики и ставочки, помните, на данный турнир. Вот. Сейчас я даже проверю, что там к чему. Ну, конечно же, корейцы фавориты абсолютные. И на Макса, да и Rush Crazy против Кина почти по 5 коэффициент, как бы, то есть нужно думать, нужно думать. Количество карт 2, больше 2,5, тоже 2,26 коэффициент на Макса Дэй на Rush Crazy. И 2,60, то есть можно даже на то, что одну карту китайцы возьмут, ставить, короче. Лаг, точно, не я лагаю, у меня 340, даже ниже, чем обычный пинг вообще. Вот. Рекламу надо перевернуть, а то очень давно не перевел. Игра возобновлена. Все, игра возобновляется. Так, реклама 40 секунд, не закрываем, а они вот вылезла. Как пирог готовить, можно на полчаса тогда. Прикиньте, реклама такая просто. Жмете, реклама вылазит, и просто 10-15 минут тебе рассказывается, как пирог готовить, как бы, и тебе ее не закрыть. А лучше как шаверму какой-нибудь южный гость, чтобы рассказывать там. Жиежи. Как готовить. Так. Twilight Room. Короче, статс не мудрит, никаких там пушей сверхагрессивных не делает. Кин, как и в предыдущей игре, в общем-то, летает рипером и ничего проверить не может. Ну, залетит и на камикадзе вообще, на пофиг, вот сюда. Здесь Mother Core, просто если тянуть долго, то там появится еще один юнит, и это точно никуда не зайти будет. Так, здесь рипер рядом был, адептом пытается найти стас. Оп, а рипер уже наверх полетел. Вот. Но он боится. Вот же здесь запрыгнуть можно, разве здесь нельзя запрыгнуть? Я не понимаю. Чё он тормозит-то, блин? То есть ничего и не делает. Если хочешь ты увидеть, рипером как камикадзе надо пытаться залетать на пофиг в последний путь. Либо даже как бы не париться. Ну да, сканить надо вообще. Может, у кого из чатика лагает? Ну, естественно, у обсерверов лагало. Вот, LFCast вышел, китайский стример, в общем-то. И, видимо, перестало. Видимо, перестал лагать, я не знаю. Так.
телефон подзарядился. Так, Сминка делает бабах сейчас. По сталкеру попадает. Здесь много сталкеров с блинком, ребят. Но поверьте мне, марики со стимпаком против сталкеров работают очень-очень даже неплохо. Нужно отойти на пофиг за минку. Так, отблинкиваются сейчас Стас. Ну, Стас, в общем-то, выудил. Выудил здесь залп минки нормально. Мариков продемеджил, марики без щитов. То есть тут нужно стараться нападать. Что ли, что пишешь за хрень такую? Непонятно. Что-то начал лагать, у меня так пинг подскочил на 30 где-то сейчас. Ну, на 30 на Азии это фигня. Главное, чтобы он не становился там 500 сразу, как бы 1000 потом. Вот. Ну, он до 400 поднялся. Ну что, 89-114, в общем-то, кино третий Никсу Стасу и близко отменить не смог, вот. Блядь, другой. Открывает Стас много реально гейтов. Здесь летает призма плюс сталкеры. Стас, вижу, здесь пиво не так уж много. Сталкерами решил даже принять бой немножечко. Здесь есть два танка. Пока что пробил кинка, мне убил. Вот. Турнира будет очень-очень много. И они в ближайшее время, на самом деле, будут проходить. Вот. В декабре будет... ИЕМ корейский будет, этот, ВЦА будет турнир в Китае. Так, первых два либератора выходят. Куда они раскладываются, вот, что они здесь должны прикрывать? Может сюда зайти и ЦС-чку убивать просто, например. Ну, Кин решил, что не будет. Так, 2-2 здесь, в общем-то, грейды пошли. Вторая атака, точнее, у Кина пошла, там 2-2 уже более чем наполовину готовы. Ну, Стаса 4-й, Никс ставится. У Стаса
Так, не знаю, зачем он Феникса делает, видимо, против Либератора Хараса. То есть, если прилетит Либератор, Феникс будет сразу его сбивать с воздуха. Ну и два Старгейта Темписта выходит сейчас. А, нет, даже два строится. Погодите, вот еще один пошел. Три Старгейта Темписта. Отступил Стас назад, но я бы не сказал, что у Кина лучше ситуация, чем в прошлой игре или хуже. В прошлой игре зарешало то, что Кин неожиданно прилетел на остров к Стасу. Стас не отреагировал сразу рычажами, и даже если бы он отреагировал, там все равно гигантский дроп был. Это особенность той карты была, что вот такой тактический ход с либераторами и дропом отсекал просто армию просто со своей базы и... Если либераторы раскладывались вовремя, пока сталкеры не пришли, а там вообще юнитов не было, армии долго нужно было отходить. То есть Кин ударил очень вовремя туда. Привел к тому, что он получил просто невероятное, то есть не преимущество, он отставал очень серьезно. И он невероятный дэмэдж нанес сильный Бродсу, что игра стала более равной. Но он в итоге умудрился криво подраться, не строя вообще либераторов по итоге. Хотя это ключевой юнит был для победы, получается. Как бы там. Вот. В этой же игре нету таких особенностей на этой карте. Поэтому что сможет сделать Кин, вообще непонятно. И сможет ли он что-либо здесь сделать. Ну, раньше либератором, по крайней мере, он делает и атаку на воздух. Вместо того, чтобы нормально стамповать грейды, он просто забивает второй армор, в итоге у него только вторая атака доделается сейчас. И у него в перспективе у него будет 2-1 против 3-3 протоса. Это на самом деле печаль вообще. Так, Искид камни шатает, Кин. Вот контролер-то, а. Ну вот если вот так вот, вот ну продемажил сталкеров, дальше что, потерял юнита, вот что ты тыкаешь-то, ё-моё, туда? Либо уже так контролить, чтобы там чуть подрезать оппоненту, либо вообще никак, ну, забить и отступить просто. В этом контроле смысла нету никакого особо. Здесь адепты подставляются, адепты падают, лечение сильно решает здесь против адептиков, потому что мародеры танкуют, по ним бонусу адептов нет и вылечиваются, просто их медиваки вылечивают. Не хватает ДПС, чтобы разбивать. Но в этот раз нужно отметить, в чем прикол. То есть в той игре, предыдущей, даже учитывая, что карман там выбивал Кин, если бы были хотя бы два темписта уже в момент того, как он выбивал базу туда, которая находится в кармане на мейне на Ваонийской исследовательской станции карте. Если бы он выбивал бы, да, как бы, пока были бы хотя бы два темписта, он бы не потерял бы статс, я имею в виду мейн. Ну, столько зданий, то есть они бы начали бы уже шатать либераторов, и Кин вынужден бы либо был улететь, либо как бы он столько просто не убил бы. А так как темпистов не было, в итоге столько много и погибло. В этой же игре темпистов уже у Старса там 4 штуки есть. Так. Падает либератор. Ну все, темпистов 6 штук, они просто громят на самом деле. То есть Кину желательно самому сейчас драться, иначе темписты будут стрелять и выбивать. Тут смотрите, пошел вот этот стен. Блин, еще и смотрите, Стас еще и этим кастом пользуется, прикольно на самом деле. Так, полетают викинги, наконец-то Кин начинает хоть что-то предпринимать. Вот. Следующие 2 або 3 будут, это Кин против китайцев будет биться. Уже порядок не помню, то есть тут ТВП дальше тоже будет. Ну а завтра последняя получается группа данного турнира, 158-го Вайфенга. Плей-офф не помню, там, не знаю. Еще СГЛ у нас на этой неделе, кстати, плей-офф СГЛ когда-то, наверное, на этой неделе должен быть, по идее. А там очень крутой состав. Все, пошел вперед Кин сейчас, он такой... Замечает, что статса недостаточно, тут огневой мощи стало, что темпистов все меньше и меньше. Темписты падают, викингов сейчас можно было бы и посадить, но Кин понял, что здесь разваливается, отступать 48-190. Переварп идет просто в хлам со стороны статса. У статса тупить, что он грейдей на воздух. Есть темписты, у него были. Что мешает сделать плюс один вообще на воздух? Как бы? Так, Феникс, который... Принял на себя дэмэдж, спас Темписта сейчас одного, можно отвести его будет, он создаст кулак с вновь вышедшими новый.
получается. Танки назад ушли. 3-3 у Кина. Вторая атака на воздух. Вторая атака на воздух — это хорошо, но сможет он защитить, сможет ли защитить свою третью базу. Нет, не стал лезть туда статься. Все правильно. Ну, пока Кин. То есть, пока в его лимит такой, там 20-ка разница, всегда, ну, есть вероятность, что Тиран сможет нормально подраться, победить. Здоровый Люк. Ну вот, смотрите. Все нормально. Нормально было, да? Ну, Кин считает, что все нормально, это не очень. Должно быть все не очень нормально, что ему нужно отставать, походу, да, чтобы дать шанс статсу. Ну, хз, вообще, как бы статс-то получше сейчас отыгрывает в последнее время. Кин берет на муви, полетел, отдал феник этих. Отдал викингов несколько штук. Причем у статса второй армори, я не знаю, случайно ли оно заказано или нет, но за счет второго армори начинает делать просто уже второй армор на технику, там 2-2 грейды. ЦЦшка просто не вычинивается, уже настолько поздно Кин отреагировал, что ничего кроме как уехать КСМами ему не оставалось делать, и действительно это правильное решение, хотя бы КСМочки уехали. Здесь в это время врыв идет на третий Нексус, да куда-то здесь камни не пробиты. Во, замечает, Нексус, камни пробиты. Заходит, пило минус раз, два. Нексус можно громить, пробок можно загромить. Тоже здесь 6, 7, 8 уже уничтожено. 58, 39, барабан. Ну, боевой лимит, кстати, у Кина неплохой. Нужно сейчас как бы успеть улететь, получается. Кину после того, как Нексус упадет. 3-3 грейды и 2-2 на технику. Я вам скажу, это очень... Да. Очень, очень деревянно. Долго Кин загружался. И стат заметил, поэтому в какой именно медивак загрузился Кин, смог зафокусить именно этот медивак, которым боевые юниты сидели. Конечно же, это катастрофа. Либераторы вместо того, чтобы по земле прикрывать армию, вынужденных викингам помогать, чуть недостаточно с темпистами бороться. Кин прошелся сейчас вперед. Приходит, просто еще викинги налетают, но пока под либераторами Кин хорошо очень смотрится. Пошли штормы, танки сзади, но биу все меньше и меньше под либераторов, под линк. Танки пытаются прикрыть свое био, танки падают, мародеры падают, все падает, медиваков не остается. Короче, Кин пытался. Ты пытался, Кин, короче. Тебе орден, ты пытался просто. Но... Стас есть Стас. Двигает еще Кин. Кто победит в воздушном бою, другой лимит фениксов и лимит батонов. Все гриды максимально. Не знаю, я не проверял. Но очень много всяких условий есть в этом бою. То есть, как, если послать фениксов на местность, через атаку на местность, то это одно, они с мухами, да, будут драться с батонов. То есть, они будут с интерсепторами биться. Вот. А если... фениксами фокусить в тело карреров, это тоже другой расклад. У карреров это 6 лимита получается. Сколько там влезет в 200, 6 лимита? 30, это 180 плюс 3 еще как бы. 33 карьера, 33 карьера. А фениксов влезет 100 как бы, то есть по 3 на брата, короче. Можно даже проверить с одним. Не, я думаю, у карьера разложат. Фениксы, они же, ну, у них дэмэдж делится, как бы у карьера армор хороший.
Так, ну что, ждем китайцев. Против Кина, я не знаю, кто... А, ну, что есть же расписание у нас. Следующий против Кина у нас Макс будет биться, как бы. На кибетике есть коэффициенты, если что. Кин против Макса. Ну, что здесь есть ставки? Количество карт больше 2,5. На то, что Макс карту возьмет, да? Давайте попробуем 75 сэмок на такую шляпу поставить. Вдруг он возьмет действительно карту. Вот. Фениксы выигрывают, карреров. Не неси ерунду, фениксы вообще без шансов против карреров. Проверю на стрим 500 рублей. Ну, после турнира это изи можно проверить. Вот этого. Вон, мы с Коброй можем... Ну, а, или мэп-тест. Короче, создать просто. Есть же мэп-тест. Нужно фокус, как бы. Грамотный контроль — это просто фокусить, как бы. Потому что если их не фокусить, то там вообще печаль, как бы. Так, по первому старику завтра турик будет опять же. Сторг завтра играет, типа, да? Четыре вродца вышли в первом старике пока, и тиран. Зерги все отлетели. Здесь просто еще как бы решает вам сильно. О, тут групп-то сколько немерено прям. Шесть групп. Интересно, а как их сплетанут-то? Не знаю, как там что сплетанут, ну как будет время, если не будет пересекаться данный турнир там с какими-то другими. А, завтра же у нас тоже этот Life and Cup будет, получается.
Так, ребят, короче. Кин против Макса добьется. Так, фениксы быстрее летают. На ренже разводить. Что они должны на ренже разводить? Я вот не знаю. Максимум, что можно попытаться сделать, это как бы фениксами. Пока карреры, например, атакуют здание, вот, подлетать где-то, вот, допустим, здесь стоят карреры, вот здесь, ну, здесь вот, да, как бы, они атакуют вот этот барак. Ну, там, протсовский, допустим. А фениксы с этой стороны прилетают, и с ренжом они муху вот этих начинают отстреливать. Ну, у тебя падают здания. А если фениксов с карьерами проверять, то зданий нет, и мухи будут полетать бить фениксов. В этом просто смысла не будет, короче, тогда. Никакого. Так, да, данный турнир я буду стримить, и как плей-офф в четверг, я насколько вижу, написано будет на SGL. Вот в четверг и будем смотреть. ГСМ готов. Пристройка. Пристройка завершена. Ну, 41-30 по лимиту, посмотрите. Не в пользу Кина. Но Кин играет какой-то хитрый, очень хитрый пуш. Я бы сказал, хитрожопый даже пуш. Нет, это так, слишком громко сказано, честно говоря. Вот. Особо ничего хитрого нет, марики 1-1-1 после ЦЦ-шки стандартные, то есть марики, танки, медивак. Заказан был танк, то есть Кин хотел сделать выход. Увидел Старгейт и строит минку сразу же в итоге. 10-1, Оракул заказан второй. Вот если Проц еще сейчас тирану и дэмэджа нанесет сколько-то, при этом всем развиваясь так же и сами получая дэмэдж, у него все вообще замечательно будет. Проц, точнее, тирану нанесет, конечно. Я извиняюсь, так, здесь 4 марика. Так, хорошо разводит здесь. И на Макс это сначала. Ну, то есть он грамотно свернул Оракулом, что Кин не ожидал, куда он полетит. Но по итогу получилось, что он всего одну КСМ-ку убил. Минка выгрузил. Где она, Минка? Вот она. Минка идет на вторую базу. Оракулов две штучки. Пошел Revelation. На Кина. 75-65 по лимиту общему в пользу Макса. Да, по рабам он на 11 в плюсе. Третьего Нексуса пока что нету. Ну, скоро будет. Приходит Адепт, минуснул КСМ-ку. Ну вот, начинаются лунтиковские схемы какие-то. Минус Оракул дэмэджа и второго
зелененького додемеджил до 28 хп у нас скин, в итоге тоже будет красный, вот. Ну, как вы видите, от Кина двухбазовый выход сейчас идет, самый настоящий. Здесь есть три Феникса как раз по количеству танков здесь, то есть, по идее, их можно будет поднять просто. Но ему нужно будет в замес врываться всеми как можно быстрее юнитами, адептами там, и тогда он сможет их поднять. У колоссов нет еще ренжа саппортящих юнитов, таких как Сентри вообще Макс это не предусмотрел. То есть он говорит, нахрен мне Сентри вообще, зачем эти гвардии, зачем эти филды, ничего не надо, буду так воевать. Вот, ну Мастис он явно быстрее, чем Кин что-то бегает за вперед. Так, еще бараки добавляются. Сейчас вот время уже не на Кина начинает работать, я вам скажу. Потому что колоссом рейндж уже сейчас будет готов через 20 секунд. С рейнджом колоссы будут гораздо уже лучше биться. Их будет две штуки точно. Вот еще один подстраивается. Фениксов добавляет уже, чтобы танки поднять. Так, иллюзия адепт заходит. Так здесь не только танки надо поднимать. Здесь еще и либераторы на самом деле. Здесь еще и либераторы есть. А либераторы это вообще не очень хорошо. А, танк уже 4. Ё-моё, как может больно-то быть здесь? Раскладываются адепты, а прикол в том, что просто нечем либераторов сбивать, обратите внимание. Приходит вот сейчас. Вот сейчас все, сейчас надо этими адептами врываться. Сейчас обязательно просто Максаду. Колоссами идти в бой, но здесь есть либератор. Либератора надо фокусить по-любому. Все это делается не синхронно. Фокусится либератор, отфокусился танк, всего один поднят в итоге. Колоссов танки разваливают, короче, двухбазовые пуши, Кина заходит, хотя Макс, казалось бы, мог что-то сделать. Надо встречать было раньше. Для таких целей идеально подходят сталкера, в чем их плюс. Они бой не могут принять, но на блинке встречаешься, составляешь танки сиджиться, отблинкиваешься назад, там стимпачится лишний раз, дэмэдж там все эти раны наносит. Ты время при этом тянешь. Здесь же только... здесь была армия только для битвы в лоб, для китайца. И он проморгал момент, потому что у него там не было ни ренжа, там, ни ключевых грейдов. Поначалу начал драться поздно, в итоге фокуснуть либераторов нечем, адептов тоже не крит масса и печаль. Так, секундочку, ребят. Так, ребят, все, прошу прощения, другу наушники надо передать, вот, которая в больнице лежит.
Так, все, ребят, сейчас передам наушники, вернусь к вам. КСМ готов. КСМ готов. Улучшение завершено. Смерть на пороге. КСМ готов. КСМ готов. Перестройка функционирует. КСМ готов. Все, приношу извинения с вами. Важное дело очень, поэтому ничего тут не поделать. Кто давай, удиви меня. В группе ВКонтакте следит, тот понимает, короче. Вот. Ну что, Кин против Макса-то. 1-0 повел предыдущую игру. Вы прекрасно видели. У Макса доказалось, что был шанс, но он фалам просто развалился. У него микс такой не для контроля. Его микс смог вот кошел тогда тиран в поле. Вот если словил бы там на пересидже танки, в калибераторы были нарасиджены. Он, может быть, что-нибудь сделал, но в тот момент не было ренжа у колоссов, недостаточно юнитов было. Когда тиран уже встал стационарный, то есть, как бы туда только врывается адепту, сразу пизал танков, а либераторов идет. То есть, тиран с максимальной эффективностью дерется, получается, в отличие от просто. Как бы, тирана стараться нужно ловить на муве, тогда его юниты не будут так эффективны. Так. Что-то вы тут заблудили, короче, все. В личке про свои ставки пишите. Здесь никому не интересно в чате читать флут этот. Вот. Тем более вы вдвоем общаетесь, короче говоря. Нужно чат не засирать. Не нужно не засирать, а не нужно засирать. Вот так вот нужно сказать. Верно. 47-40. Опять же, смотрите. Опять же, третий Nexus. Опять же, он достаточно рано. Рубо Б. Здесь два оракула летают. КСМ, кстати, подрезает пару штучек. Макс, это еще. Ой, опять, короче, какая-то шляпа.
Опять повторение прошлой игры, но в этот раз группа Мариков еще и второго Оракула умудряется сбить. Вот, нелепо как-то, то есть... в итоге у Проца экономия, короче, лучше, вот. Ну что можно сказать? У Проца колосса с рейнджом делаются, это да, это очень хорошо, но у Проца ни глифы, ни блинк, ни чаш, ничего не заказано. Ну что-нибудь-то надо делать, я не понимаю. Просто как он хочет дальше-то действовать? На одних-то колоссах не выйдешь, тем более на лотовских. Странно, короче, это все. Улучшение. Пристройка завершена. ТСМ готов. Разработка завершена. ТСМ готов. Так, и флитбикон пошел. Это уже интересно. То есть это уже получается выход темпестов на такой стадии идет, что ли? Здесь рейндж либератором намечается у Кина, но Макс отвидел, видимо, как Кин играл со статсом, понимает, что нужно ожидать именно этого. Просто не пытается выйти, даже не пытается выйти на четвертый никс, вот что меня удручает, как бы. Колоссы есть, адепты есть, все есть, гвардиан есть, фениксы и сиро сидит. Так, рейндж фениксом шел. Рейндж хорошо фениксом, нахрен он только, ну, только он нужен-то ему. Не смутались, конечно, вроде дерется. Он, конечно, феникса с рейнджом гораздо лучше, чем без, но даже против либераторов это не будет очень сильно работать, как бы, ну вот. И Проц абсолютно пассивен, он стоит на месте и ничего не делает сейчас. Так, фениксы продолжают строиться, второй, кстати... С одного старгита, то есть получается, что с рейндж фениксом. Ну, рейндж фениксы против либераторов, да, но без рейнджа. С рейнджом против либераторов они уже не будут так помогать. Им нужна армия, но залетать будет кино туда. То есть там марики их расчехлять будут и все-все-все. Так, вот попытка выйти на четвертый Нексус не увенчалась успехом. Здесь один наркоман тут стоял и убил пробку. Одного поймал зелок, другого развалил. Плюс один у Протса. Делается 2-1 сейчас, у Ферана делается 2-2 уже, армор на технику делается. Здесь в очередной раз заходит Био, отменяет пилон, уничтожающий пилон. Так, фениксов уже 12 штук становится, еще 14 строится, плюс Старгейт, то есть... Так, есть плюс один на фениксах, но если есть флитбикон, то агрейды нужно делать, я не знаю, просто... Фениксы это интересно очень, но фениксов просто либераторы даже сами с сплэши могут снести, но с другой стороны, если они будут драться с воздухом, это просто и нужно будет, а колоссы землю беспрепятственно снесут, как бы вообще беспрепятственно, а... Ну, пусть даже фениксы развалятся, по-моему, сталкеров доварпить можно будет. Но вот если либераторы разложатся, достаточно ли быстро фениксы начнут убивать либераторов? Вот в чем вопрос. С другой стороны, вот таких вот отдельно стоящих либераторов фениксами вообще легко. Даже может лучше, чем темпестов. Вот.
пытается Макса что-то тут сделать. По итогу, смотрите, что получается. Тиран раньше занял цеху четвертую, чем просто нету свой четвертый построил. Ну, это бред какой-то. Нужно заходить. Ой, сейчас гасты еще будут. Там ЕМП, вот стек фениксов, там если правильно ЕМП кинуть, там так зайти может жестко, что вообще. Здесь сенсор тауэр, тиран обходит, 6 часов отменять, как раз Нексус достроился. Идеальный тайминг достраивания Нексуса для того, чтобы тирана его отдать. Но это Кин четко вообще-то пришел, здесь ничего не скажешь. Так, с тыла пытается зайти Макса. Заходит с тыла, все, Фениксы начинают крошить Либераторов. И че он не пошел туда, не понимаю. Нексус, кстати, выжил, рабочие добывают, и тиран ушел. Это вообще бред какой-то творится. Рот стоит, да иди вперед, ё-моё. Какой же он боязливый, а? Ему базу шатает, он ее отдает. Так, адепты на третью приходят. Пытается черник в другом направлении построить у нас. Кин демонстрирует свой просто свою соображалку сейчас. То есть это... Этот, как бы, премия Дарвина просто для Кина, точнее, для его рабочих, я не знаю. КСМ через оклик посылает, чтобы отбить адептов с глефами, короче, с 2-2 грейдами, ну, удачи тебе, Кин, конечно, но там за это 14 КСМ просто было уничтожено. Но у тирана нужен боевой лимит, то есть у него и так больше боевого. Он тут в очередной раз бьется, вот я не понимаю, Протус, он как бы собирается когда-нибудь драться или он терпеть собирается. Китайцы, они, конечно, и в истории так там, то англичане, там опиум, то еще что-нибудь, все терпилые были, блин. Но тут-то StarCraft, здесь-то у фениксов, там, я не знаю, ионные пушки, там, термальные лучи, тут как бы не какой-то там этот, короче, вы поняли. Здесь все быстро в StarCraft, здесь не получится все время терпеть, здесь надо что-то делать, как бы. А что делать? Ну, темпе стрельнул, раз Либератора убил. Ну, занимает опять четвертый Никс. По лимиту 103, но 140 по боевому. Пошел замес. Понимаете, в чем прикол? Когда здесь движуха была, у Макса, да чисто Фениксы были против темпестов, которые... Ой, против Либераторов, которые не сопротивлялись. То есть, Либераторы, они только с землей дрались. Теперь же, получается, против Фениксов викинги дерутся. Ну, Фениксы с плюс 2, здесь 1-1. Уже темпестов появляется. Земли все меньше и меньше. Вот в чем проблема. Феникс еще один гибнет. Сейчас колоссов укуснет. Ну, колосс, ну гони его-то далеко, ё-моё. Далеко гнать не может. Туда, взад, взад, вперед, все летает, все теряет. Юнитов постоянно вообще в прот. Так, еще пара либераторов забрано было. Ну, остается много либераторов еще. Пошел Кин вперед, видит, что колосса 2, все вообще какой-то бомжемикс. Протас боится, туда-сюда летает. Короче говоря, тиран понял, что пора брать его теплым, пока он туда-сюда летает, и юнитов нет. И тиран его берет, просто уничтожает землю, воздух уже здесь не спасет. Ну да, в итоге получается, что вот такие игры, ну то есть я в StarCraft когда играл, то есть прикол в чем? Такие игры, кажется, короче, что Протас что-то может, потому что вроде как уже игра там 16 минут идет практически, вроде как Протас что-то тирана убивал, а по факту что? А по факту он сзади вперед летал, и у него было, не было ни единого шанса вообще на победу. Поэтому иногда лучше, ну там, иногда лучше, там, не знаю, критикуют многие там, типа там, ну там, Вердос что-нибудь там с двух баз делает. Лучше с двух баз делать, чтобы шанс был на победу что-нибудь, чем вот такой бред вообще, а не игра, реально. Так, ну тут Некс третий упал, пытается в ответочку пойти у нас.
Рабочих в итоге немного стало у Макса, да. Третья атака на воздух сейчас будет готов. Здесь много био, здесь лучшая экономика, ловить там нечего, короче говоря. Тирана лимит растет быстрее. То есть, Протс, если только бы Протс удачно здесь подрался и резко контратаку пошел. У викингов меньше раньше, чем у викингов. Человек чат пишет. Нет, у фениксов раньше такой же, как у фениксов. Короче, тут факта залетела, минус факта. Расшатал быстренько при атаке, тем более на феникса хороший дэмэдж вносит. Так, а у либератора они легкие вообще или нет? Так. Идет Кин набивать, короче. 121-152. Ну, сейчас Кин против Rush Crazy будет, ребята. И, возможно, против Rush Crazy какие-то шансы. У него, точнее, у Rush Crazy был. Уфа, Сентрю прям под Либератора рпанул. Это было жестоко. Сентрю просто прихлопнули еще на начале варпа. Хотя дэмэджа на нее и так один выстрел нужен Либератору. Кстати, 85. У него дэмэдж, сейчас 95. Почему 85, интересно, короче? Оператор дэмэдж изначально сделал. Почему не 79? Он смотрю, хотя бы двух ударов бы тогда бы убивал, а по дэмэджу практически такой же был. И пси-штормовика тоже. Фу! Прошу прощения! 2-0! 2-0! Да, Rush Crazy. Последнее было 3 в этой группе.
Так, ну да, вообще у викингов по поводу рейнджа, у викингов даже без грейда рейндж, там 9, по-моему, у фениксов 7 с грейдами, со всем, ну, с рейнджом, грейдом, вот. Так, поехали, сейчас пару премчиков разыграю. Протос Джан активировал премиум на ваш канал. Протос Джан у нас самая быстрая рука оказался. Вот так вот. Так, ребят. Оп. Еще попер премчик один. Сепсер активировал премиум на ваш канал. Ну, сейчас вы быстрее, Сепсер, смотрю. Е.КРЗФ активировал премиум на ваш канал. Ну, третий как-то долго вообще, когда еще лишнего текста добавляешь. Вот.
Но Екур справился с задачей. И сейчас, ребята, игра. В паузе между катками еще скину премчиков, ребят. Их еще точно больше 250, я думаю, 270 где-то осталось. И нужно их всех в этом месяце разыграть, постараться. Не обязательно в этом, правда. Так. Что в игре Макс против Rush Crazy было? Я немножечко опоздал на 20 минут сегодня к началу турнира, поэтому... Вот. Я вообще не знал, буду стримить сегодня или нет. Видел только вторую игру, но там уверенно Rush Crazy вообще в хлам, я бы сказал, Макс изобрел, вот. Войска улучшены. Дарю прем. Лавдер активировал премиум на ваш канал. Дарю, но Лавдер быстрее оказывается. Надо быть более внимательным. В этом месяце так часто будет происходить, как сейчас, поэтому изи просто. Вам спасибо, пацаны, это за вашу поддержку на конкурсе стримеров. Пока что никакой инфы про по партнерке нет от Миши, не знаю, когда там будет. Это все ясно, короче, в ближайшие дни я спрошу еще по этому поводу. Вот, ну 300 премиумов как бы уже дано, соответственно, и их надо просто применить. Вот. Так что... Это вам спасибо. Ну, помните, потому что поддерживать нужно, естественно, канал. В любом случае, да, как бы. Мой. Как уже в группе ВКонтакте я отписал. Вчера ночью произошел инцидент. Мы сидели с моими друзьями, просто смотрели бокс. Вот. Где дрался. Дрались наши. Товарищи. Потом я пошел в туалет. Ну, это частный дом, там друг живет, как бы с семьей за городом. Загорится. За Пискаричами у нас в Пскове. Вот. Я пошел в туалет. А парни курили на балконе просто. Пока меня не было. Минуты три, короче. Они что-то кого-то услышали с балкона, что им кто-то там что-то орал, гандоны там или что-то. И вот ума хватило полететь. Вот нужно было срочно выяснять, кто что кому там орал, короче говоря. Ну, как бы называется, приключений захотелось. Вот. Я выхожу с туалета, никого нет. Но я подумал, что поехали там на Киви, как бы деньги класть. Там они ставочки любят поставить всякие там, ну... Либо кого-то, ну, там, услышали, пошли там, ну, уж там район, там, я знаю, что человек всех знает вообще, место, да, там, вот, людей. Ну, а по итогу, как бы, по итогу выяснение, кто что там орал, кончилось плохо. Одного друга ножевое в бедро, артерию, наверное, не задели, слава богу. Второму 4 в грудь, как бы, задето сердце. Желудочек правый, по-моему, поврежден, как бы он в реанимации сейчас, и, ну, как бы успели вроде там довести, вот, будем надеяться, что все будет нормально, там, ну, пока вроде при данном раскладе динамика врачка так же будет, как сейчас, как бы дня через 3-4 можно назвать положительный будет это все. Так что лучше приключения на свою жопу не ищите лишний раз. Лучше может так быть, как бы. Ну а... Пока не найдены идиоты эти тоже. Вот так вот. Так, Е. Корзов.
Ну, это хорошо. Следите, следите за чатом. Я еще буду скидывать премы, как бы, по-любому. Качество улучшится еще сильнее, как только я грейдану компьютер свой. Но я надеюсь этот вопрос, конечно, закрыть к январю. Вот я на процессор собираю, как бы, да. Ну, за январь-то уж точно, там день рождения, как бы, буду стримить я много. Ну, в этом месяце просто вот это вот все, все события, как бы, вот. Может быть, надо будет пацанам чем-то помочь, не знаю, как бы, если это, ну, если понадобится, как бы, то... Тогда процессор чуть отложу я, видимо. Ну и да и пока за этот месяц еще ничего не наработал, не настримил, как бы, получается. Так что тут дело такое. Хорошо, если бы еще там... Если откажутся те каналы, которые... Как бы заняли места в топ-3 от партнерки. Чтобы она мне еще перешла, тогда это тоже как бы улучшит положение в этом плане. Так, страшно жить. Да жить-то не страшно, но это тоже как бы там получается, что как. Лишний раз приключения на свою жопу искать. Не очень хороший расклад. Да, раньше... По поводу активации второго према, как бы, раньше я бы за это забанил бы, как бы, и попросил бы вообще Мишу выпилить аккаунт с сайта, потому что это было нагло, этот премиум просто пропадал активированный. Сейчас же ввели новую систему, ребят, давят, короче, тиран, сейчас по игре, посмотрите, пуш идет, опять кинул уже второй раз двухбазовым пушем, в этот раз уже здесь не Макс, это вы видите, кто он, двухбазовым пушем убивает. Теперь ввели систему, что если вы активировали два премиума, то два месяца смотрите лично. 3-3, 10-10. Ну и соответственно по цифрам, да, как бы. Ну что, танки без Сиджи, в общем-то, идет. Вперед, кин. Rush Crazy, между прочим, здесь даже на убивал что-то и в какой-то момент. Вот сейчас, когда до последнего замеса лимит больше стал у него, вот. ГГ. Ну и вот по поводу всей этой ситуации, как бы, криминальной получается, что даже не знаю, то есть я вошел в туалет, как бы, с одной стороны, плохо, что, как бы, так получилось, меня просто не предупредили, подорвались, просто если бы они мне сказали такое, я бы сказал, что дебилы, что вы полетели, тут бокс идет, как бы, и вообще, ну, с никуда никто не полетел. Но есть вероятность... Радул активировал премиум на ваш канал. Которая, конечно, меньше, вот. Что я бы тоже полетел бы туда бы, как бы, чем-то кончилось для меня. Может, тем же самым бы, как бы, да? Так, на Твиче спрашивают про премиум. Смысл премиума не на Твиче. Премиум это для Гудгейма. Канала моего. На Твиче тоже есть премиумы. Они чисто, чтобы стримеры поддержать. Для смайликов, там еще для чего-то. Как бы. Но у меня нет партнерки. Я все пока не запарюсь с ней. Оп, попёр, короче, еще один братан. Сейчас буду усложнять задачи, буду скобочки. Сепсер активировал премиум на ваш канал. Оп, хрена-то резвый, короче. Только
Это мое будет условие, потому что вдруг какими-то там программами нечестными пользоваться для активации. Я не знаю, правда, как это там делается, а не руками. Больше 5 премиумов не активируйте себе, как бы. Да, буду выпиливать, короче. Ну что, поехали. Стынь активировал премиум на ваш канал. И еще небольшое усложнение. Дерзкий подчеркивание Салдиер активировал премиум на ваш канал. Не за что, ребята. Еще будет и немало. 1-0 кин, вторая игра, погнали. Вот, короче, надо, блин, травмат прикупить. Скоро на травмат буду собирать. На право разрешения еще получить. А то вдруг по тестам оказывается, что я просто готов людей шмалять. Направо и налево. Ладно, шучу, короче. На самом деле ничего не надо. Вот, ну, получилось плохо, надеюсь, Паха выдержит, потому что в сердце это жесть, конечно, просто. Но он, в принципе, был футболистом, как бы, и, ну, физически сильное сердце у него 100%. Ну, и надеюсь, уродов эти найдут. Привет, Рус-браток. Ну и, конечно, печально, что я в это время в туалете был. Потому что, я думаю, 100% бы, как бы... Никто не ходил. Ну не 100%. 80, как бы, что никто бы никуда не пошел бы. 20, что... И я бы туда полетел бы, как бы. Так, ну здесь раны. Здесь раны дроп. Привет, Ромка 96. Я ничего не усложняю. Это ништяки для чатика, а тут смотрю, что-то быстрое все, как бы. Лев 699 активировал премиум на ваш спасибо, канал. Спасибо, Лев 699, это точно не мой. Спасибо, ну. Там не проверяют на психдорове, что на учете стоишь. Это же огнестрел. На огнестрел же комиссию надо проходить. Не
понял, о чем я говорю. Травмат же это огнестрел, только практически как... То есть, если пройти эту комиссию, это и охотничье можно уже гладкоствол, получается, покупать, как бы. То есть, там, как бы, не все так просто, надо запариться. То есть, это долго, по крайней мере, делать все. Вот. Револьвер у Верди нельзя травмата выдавать даже с лицензией. Но вердоса за шахит мобиль, мне кажется, можно выдать иногда, вот в некоторых ситуациях, как бы зато. Вот. Ладно, не будем об этом. Сбивает обсервера Кин. Опять, короче, маленький танк, кстати, и опять двухбазовый выход. Как он что-то достал с этими двухбазовыми выходами вообще? Так, с уверчаржами отогнал медивак. Тут пару мариков подрезал сталкерами, конечно, Rush Crazy, но сталкеры продемали жесткие. Коррупция позволяет. Нет никакой коррупции, понимаешь, как бы вот это. Многие люди как бы такой. Так, пошел замес, ребят, 115 на 103. Коррупция это ты, как бы. Если ты позволяешь ей быть, значит она есть. Я этого, ну, не хочу как бы делать. Я лучше сам пройду комиссию, тем более вдруг я какой-нибудь неадекватный в натуре. Хотя я уверен, что у нас даже. Если серьезно проходить, как бы ничего не выяснится. Это выяснится, когда уже... Выясняется, когда уже один другому в голову стрелять начинает, как бы просто сразу без разговора. Вот. Короче, Процус здесь отбился, и этот кретин побежал сзади за тираном просто и развалился. Ну куда бежать-то? У тебя три базы, там двухбазовые пуши. А, он вообще не видит ничего. А, он ничего не видит вообще. Но если б видел, может, он так бы, сломя голову, вперед не ломился, но в итоге 60-36 по лимиту, и можно как-то так. Вот. Вооружен и опасен. Месторождение минералов иссякло. Кому навешать? Так. Я никого никуда не увидел. Я уже увидел на следующий день одного человека в больнице.
полночи мы ездили, искали, где второй, в какой больнице еще у нас. Так, ну тут 126-101, это минус проц, вместо того, чтобы поступить назад, здесь перегруппироваться на варп новых юнитов, он поломился вперед за тираном, после того, как отбился нормально, кстати говоря, и был развален на центре просто. Это ГГ, 73-112, то есть у нас еще интересная такая система в плане здравоохранения. У человека, у человека 4 ножевых ранения грудной клетки впоследствии. Сердце еще задето оказывается, а он как бы в районе прописан. То есть и в городе его просто везут сначала, я так понимаю, в одну больницу, в областную, из областной как бы, ну, везут в другую. Потому что мы ездили сначала в одну, приехали в больницу. Вот. Нам сказали, что он в другую, поехали в другую, сказали, что нет, он тяжелый, поехали, обратно в ту послали, в ту приезжаем, там нет, он в итоге в той, короче, как бы, то есть, может быть, даже туда-сюда ездили, то есть, ну, походу, они сад, как бы, врачи, что, типа, ну, а вдруг умрет, как бы, я не знаю, или что там, ну, типа, там, это, ну, что-то, вопросы какие-то будут, там, я не знаю, или как это вообще, ну, и просто, ну, нассать, как бы, на человеческую жизнь, то есть, как бы, нужно быстрее, как можно действовать в этой ситуации, они возят, причем это там с одного конца города, через весь город, еще в другой район, как бы, то есть, районная эта больница, она одна, как бы, вообще такой бред, вот, сейчас я без задержки вернусь.